Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. Це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном. Романе Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я. Навзаєм, на календарі у нас 1 березня. Це для глядачів, які дивляться наш стрім. Якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати із заяви міністра оборони Канади. Він сказав про те, що ми готові розмістити в Україні війська на деяких умовах, але не для участі у бойових діях. При цьому могли б допомагати підготовці українських військових та діяти у небойовій ролі подалі від фронту. Президент Макрон, до речі, Романе Григоровичу, також сказав, що його слова ось ці про західний контингент були виважені. І ми бачимо, що це вже, ну, виходить п'ята країна, яка заявила про, попри критику навіть інших країн-союзників, заявила про те, що вона готова так, аби їхні війська так допомогти таким чином війшли на територію України. Скажіть, будь ласка, ми вже не перший день про це говоримо. Чи можна тоді говорити про те, що, ну, якщо таким чином так зайдуть західні війська, і вони якби можуть замінити наших військових, наші військові поїдуть, скажімо так, у зону ведення бойових дій на передову, а вони якраз будуть, ну, виконувати якісь такі цілові, так, тилові функції? Ну, дело в том, что с теми же канадцами, с канадскими инструкторами, которые были у нас в командировке, то есть это были войска канадские, я уже встречался в 2014-2015 годах. Они уже тогда были у нас, канадцы, очень сильно нам помогали. Некоторое оборудование и учили наших бойцов выполнять боевые задачи. И не только канадцы, было очень много. Были европейцев много, поляки были. Много инструкторов со стран Балтии было. 2014-2015 год, то есть они всегда у нас находились. Американские, кстати, тоже, чуть-чуть позже, уже ближе там, к 2020 году. Они давно у нас находятся. То есть эти части воинские, они все считаются военнослужащими своих стран. И, то есть, ничего нового, по большому счету, из той риторики, которую мы сейчас слышим, ничего нового абсолютно нет. Они были, они есть, и они однозначно будут. Эти части, которые выполняют определенные боевые задачи, да и выполняют довольно-таки успешно. Почему поднялась риторика, ну, то есть, информационный поток из того, что и так есть, может, это связано с какими-то посылами, может, внутри какие-то политические или, допустим, посылы уже геополитические, и это может быть. Но, тем не менее, эта тема поднялась, и она просто подсветила те действия, которые так уже происходят. Потому не нужно ждать, что сейчас вот там завтра сорвется с Африки там французские иностранные легионы и разместится у нас где-нибудь в районе Львова. Нет. Этого точно не будет. То есть будет вот такие выполнения задач с некоторыми, может быть, расширением полномочий. Может быть, вопросы, связанные там с сопровождением ракет, сопровождением, вот сейчас авиабомбы передаются. Может быть, то обучение, которое проходили, допустим, наши военнослужащие на тех же французских полигонах, сейчас будут проводить уже на наших полигонах, уже здесь, на той технике, которую, допустим, французы передают, канадцы передают, Нидерланды, немцы, ну и так далее, британцы и так далее и тому подобное. То есть это будет просто обучение на наших полигонах, но это же будут военнослужащие сопредельных государств наших. Потому, может быть, для того, чтобы как-то надавить на Путина, как-то поднять градус участия, может быть, как-то успокоить украинское общество, это показывается, это правильно, это очень грамотно. Действительно, такая опция у нас есть, и нам помогают, ну, там нет, это не пятая страна, там больше десятка стран у нас есть военнослужащие на нашей территории, плюс, ну, больше 10 тысяч военнослужащих, может быть, в отставке, может быть, участвуют в наших боях против России в интернациональном легионе. Там действительно большое количество военнослужащих, ну, то есть только они, может быть, не приписаны каким-то частям стран сопредельных. Но это бывшие военнослужащие, которые выполняют боевую задачу и выполняют ее довольно-таки успешно, причем непосредственно боевую задачу или задачи по сопровождению или обучению личного состава. Я уточню, якщо дозволити. Тобто, таким чином, все ж таки, ми можемо вивільнити якісь резерви, правильно я розумію? Ну, однозначно. Дело в том, что все будет зависеть от количества этих сил, которые будут переданы, то есть и заведены на нашу территорию. Если это будет достаточное количество, которое
может выполнить боевую задачу, и мы можем снять с того участка там один батальон, два батальона, бригаду и перебросить ее на линию боевого соприкосновения для поддержки, для увеличения плотности войск уже на фронте, так это однозначно так. Но это будет зависеть от количества. То есть если там это несколько отделений там, или рот, они, может быть, не решать вопрос. Ну вот когда будет большое количество, тогда мы это увидим на поле боя. Вряд ли, чтобы эти части заводились, допустим, на фронт. Нет, они, скорее всего, будут заменять наши войска в тылу, может быть, в глубоком тылу, выполнять какие-то задачи логистики, сопровождения и боевые задачи непосредственно. А наши войска будут уже на лінії фронту. Якщо говорити про західну, знову ж таки, підтримку та зброю, Британія вмовляє Німеччину передати ракети «Таурус» Україні, про це написало видання «Блумберг», а Олаф Шольц каже, що не хоче передавати «Таурус», адже у випадку неправильного застосування вони можуть попасти у визначену ціль у Москві. Роман Григорович, але вже минуло 2 роки. Ну, скажімо так, ми що, можемо якось відправити ракету у якусь невизначену ціль? От можете, будь ласка, пояснити? І як ви вважаєте, чи вдасться британцям все ж таки підштовхнути німців до такого рішення? Ну, вряд ли британцам, скорее всего, все-таки американцам. То есть, когда будет принято решение по атакамсам, тогда мы услышим, ну, это мы уже неоднократно говорили, это понятно, это связка, мы ее увидели по решению по Леопарду и Абрамсу, когда нам передавали один и другой танк, вернее, принимали решение на передачу. Причем, может быть, принято решение, допустим, сначала зайдут Таурусы, а потом через какое-то время атакамсы. Будет все зависеть от того, в какой последовательности и с какой задачей будут заходить эти ракеты. Ну, понятно, что никто на этих Таурусах в Москву не полетит. Но это только если Буданов возьмет пару ракет и там постарается как на лыжах слетать в Москву и куда-то там конкретно направить, не более того. Ну, он так и креативный генерал, потому может и так их использовать. Ну, понятно, сарказм. То есть однозначно никакие ракеты без согласования с нашими партнерами, никакое вооружение без согласования с союзниками не будет использоваться по российской территории. И это, кстати, за 2 года это действительно уже понятно. Это все понятно всем нашим партнерам. Почему? Потому что у нас десятки единиц вооружения есть натовских, и оно же не используется по российской территории. По российской территории, по военным объектам используются наши, произведенные у нас боеприпасы. Жаль, что их просто мало. Собираются деньги, по ДФЛ забрали, собирают деньги откуда только можно, только не видно, куда они идут. Боеприпасов как не было, так и нет. Выстрелов для FPV-дронов, вернее, боеприпасов для FPV-дронов как не было и нет. FPV-дроны хоть появились, слава богу, ну, пусть недостаточно, но по крайней мере, в каком-то количестве, и вот уже начинают летать, но опять по 3, по 4, по 5, по 7 беспилотников летят в сторону России, мы это видим, значит, они есть, но это не то количество, которое должно было бы быть, исходя из того финансирования, которое в свое время из тех же громад забрали, ну, и передано было нашими партнерами. То есть давно надо было производить и в достаточных количествах. Не 3-4, а 30-40 беспилотников должно еженошно идти по России. Тогда будет какой-то результат. И не 30-40 беспилотников FPV, а 300-400 FPV-дронов должно быть. Это минимум на линии боевого соприкосновения ежедневно. А реально, в конце концов, обещали ж миллион на 365 разделить, это же, вернее, уже 2 месяцев нету, на 300. Это уже под больше 3000 дронов в сутки. То есть из этих 3000 обещанных, ну где-то же они должны хотя бы появиться и должны быть. А еще раз повторюсь, ни того, ни одного, ни второго, ни третьего нет и пока не видно. Вопросы без ответов пока к Министерству обороны, к Укроборонпрому и к правительству. Гроши, де гроши, як ти кажеш? Ви згадали генерала Буданова, попрошу прокоментувати вас, будь ласка, його заяву. Він сказав, що він не вірить, що до звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України призвели якісь особисті розміжності між ним та президентом Володимиром Зеленським. А ще, відповідаючи на запитання про очевидний розкол, його цитата: «Якщо все добре і все чудово, і все робиться правильно, то чому ми опинилися в тій ситуації, в якій опинилися?» А як це розцінювати? Це як закид Залужному? Чи знову ж таки, це про те, що він погоджується із тим, що потрібні були зміни?
Ну, это надо у Буданова спросить, что именно он вкладывал в этот смысл, потому что немножко можно тут по-разному оценить. Если мы находимся в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, так я прочитал по-своему, я об этом постоянно говорил, на переправе коней не меняют. И когда меняете руководство, однозначно идет потеря управления войсками. И в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, однозначно есть проблема именно эта. А то есть отошли от Авдеевки, отошли по некоторым позициям как раз из-за этого, то есть из-за потери. Ну, как минимум, одна из причин – это потеря управляемости. Мы ее тут же заметим. Потому что имел в виду Буданов, об этом знает только Будан. Или он оставил себе, допустим, в будущем определенный лаг по уже восприятию этой подачи этой информации. А по поводу того, что разногласия какие-то были, вот здесь Буданов четко сказал, я об этом тоже говорил в течение последних нескольких месяцев. Не может быть разногласий между подчиненным и командиром. Вот просто не может быть. Почему? Потому что один командир, второй подчиненный. Верховный главнокомандующий командир, главком его подчиненный. Какие разногласия? В армии этого всего не бывает. Потому и в этом смысле точно никаких разногласий не было. Было принято какая-то То есть было принято решение, чем оно было обусловлено, пока на данный момент непонятно, очень много версий, это будет чуть позже, может быть понятно после того, как один или другой как-то заявит об этом действии. Но на данный момент мы видим ситуацию, когда смена одной команды на другую команду привела к ожидаемому результату потери управляемости войск. Сейчас перехватывают, тоже надо сказать в этом смысле объективно, сейчас перехватывают управление, то есть новая команда выходит, но это тоже понятный процесс. Новая команда выходит на управление, перехватывает систему управления, уже стабилизируется, более-менее стабилизируется фронт. Но опять же, до сих пор, пока как не было боеприпасов в достаточном количестве, так и нет. Потому даже и новая команда, перехватив управление, она может не удержать некоторые направления, если нечем будет удерживать. Никто ж не будет удерживать направление за счет живой силы, так как это просто нереально. Ну, то есть есть моменты, связанные с объективностью выполнения боевых действий. Если говорить более детально про ситуацию на фронте, то в Збройних силах України кажуть про те, що біля Часового Яру важко, там йдуть міські бої в Іванівському та Богданівці, і ситуація є стабільно важка. Російські війська розглядають цей населений пункт ключовим для продовження наступу на Костянтинівку та Краматорсько-Слов'янську агломерацію. От це повідомив речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Ілля Євлаш. Романе Григоровичу, росіяни роблять ривок так на Часів Яр, можна так уже констатувати, такі як був на Авдіївці? Примерно так, причем туда бросили довольно-таки серьезные войска. Там линейные части российские, профессиональные, там их немного, ну, в смысле вообще в российской армии линейных профессиональных войск осталось немного. Но они, тем не менее, есть. Вот туда, по-моему, 98-ю дивизию бросили на Часов Яр. И, естественно, подготовленные войска, они более-менее управляемо могут выполнять боевую задачу. Очень сложную для россиян, очень сложную. Они пытаются снизу, со стороны Бахмута, это низины, забраться на господствующую высоту в районе Часов Яра. Удержать ее возможно достаточным количеством боеприпасов. Еще раз возвращаемся к основному вопросу к министру обороны и к Министерству обороны, к Укроборонпрому. Боеприпасы-то где? В конце концов, это их непосредственная обязанность, то есть поставка боеприпасов. Была проведена замена командующего логистических войск, логистики военной одного на другого. Может это как-то улучшить? Может быть. Надо просто посмотреть, может это улучшит как-то поставку. В ближайшую неделю буквально это будет понятно. То есть такая задача, как она выполнялась и для чего она была проведена. Но до сих пор есть вопросы к производству и к поставкам боеприпасов, особенно на такие горячие направления, там, где нам важно удержать. Вот важно было удержать Авдеевку, это высота. А теперь мы скатываемся вниз, это карта высот показывает. Та же самая картина и Часов Яр. Это высота, ее важно удержать. Иначе потом придется скатываться вниз, действительно, до Константиновки, Дружковки. Там
Линия обороны там есть, там серьезная линия обороны, это такая ряд агломераций, начиная Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск, то есть, но если фронт подойдет к этим агломерациям, это считайте, города в ближайшее время мы 4 города просто потеряем. Так как потеряли, в смысле потеряем в разрушенном состоянии, имеется в виду, то есть они просто начнут их разрушать, как они разрушили Марьинку, Авдеевку, Бахмут, Северодонецк, то есть Мариуполь. Вот таким методом они будут работать. Потому надо удержать однозначно Часовьяра. Для этого надо туда достаточное количество боеприпасов, может быть, подтянуть некоторые резервы. Но этим направлением занимается, в принципе, главком, который и раньше занимался этим направлением. То есть для него это направление его основное. Ничего там не изменилось здесь. Так как раз, я думаю, потери управляемости как таковой не произойдет. Потому что это базовое направление для главкома. Ну, посмотрим. То есть все будет зависеть, еще раз повторюсь, от количества той техники и военного снаряжения, которое будет отправлено в сторону Часовьяра. На Тернопільщині помер військовозобов'язаний, кілька днів провів у ТЦК. Це сталося у місті Бучач. 49-річний чоловік хворів на епілепсію, а на його тілі були забої та синці. Про це повідомили у спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони Західного регіону. Романе Григоровичу, а як ми до такого дійшли і що робити, аби такого більше не повторилося? Щоб це не повторялось, треба запретити ТЦК, близко подходить к гражданским. Вот просто близко подходить к гражданским надо запретить. Если ТЦК оставить на определенное время, это только для того, чтобы работать по внутри госслужащих. Внутри, только по госслужащим. И тогда не будет вот такой беды, которую мы видим. Выгребли же все села. Выгребли села, выгребли больных, выгребли людей, которые уж точно не могут выполнять боевые задачи, а вот, не дай бог, вот так вот умирают в самом ТЦК. Там уже были какие-то побои или не были, это уже другой вопрос, это разберется следствие, здесь голословно нельзя говорить об этом. А вот то, что человек умер по пути на фронт, вот вы представляете, если бы этот человек, царство ему небесное, тут я никакого не к личности делал, вот человек болен, был болен, и он бы попал, допустим, механиком самолета или на определенные такие серьезные направления, где его болезнь, где его неготовность выполнять задачу. 49 лет, полсотни, это уже дедушка по большому счету. Дедушка, который взял и умер в ТЦК. По поводу побоев и всего остального, это я чуть за скобки вообще выношу эту тему, пока не проведено следствие. А вот зачем этих людей, зачем их собирать и готовить выполнять боевые задачи? Они не выполнят эти задачи. Что здесь непонятного и кому здесь непонятно? То есть для чего? Ну, я понимаю, для чего это надо. Надо для того, чтобы собрать побольше кэша с тех людей, которые хотят уйти из-под вот такого прессинга, умереть в ТЦК или умереть, выполняя задачу, которую не можешь выполнять. Это уже понятно. Это ясно было с самого начала, как только Умеров подал этот закон о мобилизации, который просто создавал из Украины такой 100% фондовый концлагерь. И вот для того, чтобы вырваться из этого концлагеря, приходилось выплатить достаточно большую сумму. Естественно, на этом бы кто-то зарабатывал. Кому подчиняется ТЦК? ТЦК подчиняется Министерству обороны и сухопутным войскам. Кто у нас сейчас, как парашютист, опустился на управление сухопутных войск? Генерал Павлюк. Кто он был до этого? Зам Умерова. И ТЦКшники дальше начинают ловить людей, практически их убивая. Вот человек умер. Кто теперь ответит за его смерть, если она была, допустим, ненасильственной? То есть вот не было никаких там проблем с ТЦК, он просто умер. А зачем? Зачем человека убили, в конце концов? То есть он не должен был там быть. А сколько у нас хлопцев просто утонуло в ТИСе? Или погибло при убегании с этого концлагеря, который сейчас создается? Не одна десяток или не одна сотня человек. Их же убили, получается. То есть это тот, кто принял решение на такое выдавливание из украинцев финансовых определенных плюшек, он же их тоже убил.
И эти вопросы же, они просто так никуда ж не денутся. То есть они когда-то они придут к своему логическому завершению, кому-то придется за это отвечать. Потому вот конкретно непосредственные виновники в смерти этих людей, этого человека, это конкретно Министерство обороны и сухопутные войска, их ТЦК. И их идея, так сказать, дальше прессовать общество. А что надо делать? Этого не должно быть ни в коем случае. Что надо делать? Нужен, мы уже миллиарды раз об этом говорили, но это уже самое интересное, то, что мы говорили последние несколько лет, пару лет, это уже начинает делаться, ситуация заставляет. Что делается? В нескольких наших бригадах уже открыты рекрутинговые центры. Бригады сами принимают людей. Они сами отбирают людей, они там серьезные инструктора, которые четко понимают, кто нужен, кто может выполнять задачу, кто нет. Они иногда просто пользуются ТЦК только для того, чтобы оформить документы. Хотя вот этот вопрос можно снять, и эти рекрутинговые центры должны быть во всех бригадах. А вот на этот рекрутинговые центры будут ставить в строй контрактников, на этот период ТЦК развернуть конкретно на прием и постановку в строй необходимого количества военнослужащих из госслужащих. Госслужащих, конечно, силовиков. Ну, то есть это понятно. У нас очень много госслужащих силовиков. И здесь вопрос метод кнута и пряника. То есть хочешь служить отечеству, родине и в госслужбе потом, пожалуйста, подписывай контракт. И тогда после выполнения боевых задач через определенное время вернешься на госслужбу. Не хочешь? Пожалуйста, в сельское хозяйство. Сельское хозяйство трактористами. Вот мы уже слышали, что у нас силовики практически как трактористы ничем не отличаются. Ну вот, пожалуйста, в тракторную бригаду. И тогда произойдет правильное замещение, во-первых, акцентов. Отстанут, в конце концов, от гражданских лиц, которые, ну уж точно, не могут выполнять боевые задачи, а то и просто умирают по дороге на фронт, называется. То есть умер не на фронте, а по дороге на фронт. И этот вариант срабатывает, он сработает однозначно. Сейчас это уже есть, это вот хорошая практика. Молодцы ребята, и Кракен, и Азов, и Третья штурмовая сами запустили эти процессы, понимая, что им надо профессионалы, им надо те люди, которые пройдут определенный боевой путь, и потом, самое интересное, потом они могут стать правоохранителями, то есть не куда-то в трактористы или на сельское хозяйство. Они станут правоохранителями, войдут уже после войны, после победы, войдут в госструктуры, их будут там ждать, потому что этот механизм кнута и пряника надо оставить и воссоздать государственную службу как раз из людей, прошедших бойове крещення. Видання Wall Street Journal публікувало проєкт мирного договору, який був у квітні 2022 року, погоджений, але не підписаний, мається на увазі так в Стамбулі. Умови Росії. Крим залишиться під впливом Москви і не вважатиметься нейтральним. Україні, незважаючи на можливість вступу до ЄС, не буде дозволено вступати до військових союзів, таких як НАТО. Російська мова має діяти на рівні з українською. Питання про майбутнє сходу України не було включено до проєкту, залишивши його на розсуд Путіна та Зеленського під час особистих перемовин. І також ЗСУ буде скорочено до певного розміру. І все це не відбулося так. У цьому виданні пишеться про те, що була відмова зі сторони України. Армана Григоровича, ну ви про це неодноразово так говорили в наших ефірах, але скажіть, будь ласка, чому, от знову ж таки, саме зараз такого роду публікації з'являються? Що ви про це думаєте? Ну, действительно, это было ж понятно, ну, дело в том, что то, что мы говорили, это одно, а то, что эти все условия сдачи территории наших, они были тут же проговорены и проталкивались, мы тогда это помним, в районе 27 марта 2022 года, все говорящие головы, все спикеры, и все проталкивали в эфир эти условия, то есть и не надо нам НАТО, и НАТО вообще рядом не стояло, мы же это помним прекрасно. И это все было в эфире, то есть ничего нового сейчас никто ж не сказал. То есть эти условия, сдача, полная сдача наших интересов, сдача наших территорий, потому что предложение от нашей делегации, которую, кстати, подтвердил, я так понял, Арахами, он там тогда был старшим, где-то в каком-то из интервью,
он подтверждал, что он выполнял эти задачи. То есть там был Арахамия, там был Подоляк, там был министр обороны Умеров сдавал нашу, Крым сдавал. Вот Умеров сдавал Крым в 22-м году. Резников, это Леша Золотые Яйца, великое тоже чудо. То есть они все сдавали, ну что значит сдавали? Они подписали, я так понимаю, они подписали определенные бумаги для того, чтобы передали их россиянам и просто не приехали на вторую встречу. Всю эту площадку тогда подготовили два израильтянина. Были такие два великих продавца Крыма. Это Абрамович и это Беннет, тогдашний премьер-министр Израиля. Ну, Абрамович понятно. Он себе там тогда наарахамил снятие санкций за это дело. То есть он так в накладе не остался. Вот уж, может быть, не получил ничего за Крым, но, по крайней мере, санкции с помощью того же Арахамии, я так помню, с него тогда сняли. То есть это такая была комплексная подача, комплексная, завернутая в какие-то бумажки предложение сдачи наших территорий в чистом виде, 111-я статья госизмена. То есть вот эта вся группа, которая была там, это 111-я госизмена. Не эта власть, так следующая власть найдет этих всех специалистов по тому, как сдать наши территории. И они будут рассказывать, кто, только уже не в эфирах, а уже следователям будут четко рассказывать, кто ставил задачу сдавать наши территории. Ну, это чуть другая уже тема. Ничего нового в этом абсолютно нет. Мы об этом с вами проговаривали миллиард раз. И общество наше абсолютно готово. Что нового сказали Вашингтон-Пост? А вот для чего они это все подали именно сейчас? Скорее всего, для того, чтобы быть в контексте новой идеи такой же самой. То есть поднять еще раз этот вопрос. Еще раз сейчас Путин пытается выполнить такую же самую задачу. Зачем вот эти, допустим, контакты с Эрдоганом? Эрдоган там предлагает свою площадку. Си Цзиньпин начал тоже проталкивать тему мирных каких-то переговоров. Путин за нее вспомнил. Вот издание эту тему подсунуло. Наше политическое руководство начало носиться по Саудовским Аравиям, когда там за день была российская делегация, это ж мы тоже все это знаем прекрасно. То есть вся эта кухня опять заваривается. Вопрос, как из нее выйти. У нас здесь вилка сейчас. В чем вилка? Путин нас поставил на эту растяжку. Вилка какая? Он сейчас поднял все эти говорящие головы Си Цзиньпиня вместе с Эрдоганом, просовывает тему мирных переговоров. Причем, если наше руководство на нее пойдет, и отдаст территории, то есть даст Путину, перестанем уничтожать российскую армию, дадим Путину перезарядиться. Ему надо полгода для того, чтобы восстановиться, двинуться дальше. Это первая задача. Если наше политическое руководство на это не пойдет, то тогда у Путина второй плюс. Он с помощью Эрдогана и Си Цзиньпиня, ну, естественно, российское ЦИПСО, включится в тему раскачивания по миру идеи о том, что мы отказались от мирных переговоров. То есть варианта два. Либо мы идем, и тогда Путину хорошо, он начинает перезаряжаться, либо мы отказываемся, и он нас обливает грязью, потому что мы отказались от мирных переговоров. Вот такая вилка сейчас создается с помощью, кстати, той же самой статьи. Главное правильно из нее выйти. Выйти из нее тоже, в принципе, плохо. Вернее, просто. Один пункт, не 10. Проблема вот этих 10 пунктов в том, что они могут разночтяться по уровню их имплементации. Это как было с Минском вторым. Помните там, а давайте сначала 7-й пункт возьмем, потом 3-й выполним, потом 12-й и так далее и тому подобное. Так вот, в этой формуле должен быть один пункт, один единственный. Не отказываемся от мирных переговоров, возможно, только после того, как последний российский солдат будет уничтожен на нашей территории или успеет убежать, неважно. То есть после выхода на границы 91-го года. Тем более, это уже было проговорено президентом Украины, верховным главнокомандующим. Неоднократно этот вопрос уже подымался и разночтению не подлежит. Даже у нас, по-моему, есть закон, который запрещает нам любые контакты с российской делегацией на каких-то других условиях. То есть вот так можно выйти из этой ситуации. Сначала зачистка украинской территории от российских военных,
вернее, от россиян с оружием, а потом какие-то разговоры о репарациях, контрибуциях и каких-то договорах, если они вообще-то после этого вышли, Российская империя как империя. Роман Григорович, традиційно три бліц-запитання для вас підготувала. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, Україна підпише угоду про безпеку зі США, як було з іншими країнами? Однозначно, буде підписано, тільки договор безпеки його не треба так називати. Буде підписана очередная бумажка, на которой будут какие-то обязательства одной и другой стороны о взаимопомощи, не более того. Это не будет договор о безопасности. И то, что мы подписали с странами до этого, это тоже бумажки на какие, как и Будапештский меморандум. То есть это такого же плана бумажки, надо просто понимать. Но это хорошо, это надо делать. Почему? Потому что это можно потом, эти договоры потом брать как основу для подписания договоров при вступлении в НАТО. То есть можно сказать, что мы такой первый шаг держим. Китай є для Російської Федерації запобіжником у використанні ядерної зброї? Однозначно. Китайці впливають на російську і навіть на російську риторику впливають. Не тільки на дійства, що й на риторику. У рамках цієї війни Придністров'я що про себе дасть знати? Само ні. Тобто вони самі нічого генерувати не будуть. Єдине, що може, коли прийнято буде рішення, молдавским правительством, только тогда вопрос будет как-то решаться. Мы полностью уважаем решение молдаван, так как территория Приднестровья – это молдавская территория, и все, что на ней происходит, оно должно быть под эгидой и с разрешения именно молдавского правительства. Роман Григорович, будем слідкувати за подіями та будем аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви знаходите та приділяєте час нашим глядачам. І дякую за те, що ділитесь своїми знаннями і цінними порадами. Друзі, також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі та запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Друзі, ми читаємо ваші коментарі, пишіть активніше, будь ласка. Ще раз вам дякую за увагу і зустрінемось вже з понеділка у наступних ефірах. Роман Григорович, щиро дякую. До свидания.